Стартовало интернет-голосование за благоустройство дворовых территорий. Оно проводится на портале «Добродел». В списке от нашего городского округа заявлено почти 130 дворов. Сейчас объясним, какие именно территории вошли в перечень и кто может за них голосовать. Если двор не реконструировали последние 3 года, если ваш дом не планируется к расселению или на территорию больше 5 лет не заходили ремонтные бригады, то его вполне можно увидеть в списке на перезагрузку. Сейчас идет формирование программы комплексного благоустройства дворов на 2019 год. И сейчас важно, насколько активны будут сами жители. Голосование за ремонт в своих дворах уже началось на портале «Добродел». Как только оно завершится, будет сформирован список территорий для благоустройства. Но прежде чем во дворах начнутся работы, с жителями обсудят, что именно они хотят изменить и отремонтировать у своих домов. Голосование на портале «Добродел» продлится до конца месяца. Финиширует оно 31 октября.